В этом видео поговорим о самых востребованных видах массажа. И если вы только задумываетесь пойти учиться на курсы и освоить эту профессию, то рекомендую научиться делать такой массаж, который пользуется спросом. Ведь спрос рождает предложение. И тогда вы обеспечите себя практикой, клиентами, ну и как следствие деньгами. Я буду говорить, основываясь на свой 10-летний опыт, и разбирать только европейскую школу и классический массаж в частности. Никакого интимного массажа, хотя, судя по предложению, спрос на него очень большой. И никаких азиатских и других экзотических техник здесь не будет. Потому что, на мой взгляд, у нас в стране, и тем более в регионе, где я живу, этих экзотических техник немного. Ну и доказательные методы массажа у меня больше вызывают доверие. Ну а если у вас будет что добавить после просмотра этого видео, то пишите в комментарии. И, кстати, досмотрите до конца. Будет полезная информация для начинающих и практикующих массажистов. Поехали! На первом месте в самых востребованных видах массажа это массаж спины. Этот вид массажа самый востребованный, потому что у 99% людей эта зона проблемная. Психосоматика, неправильная осанка, чрезмерная нагрузка и еще много-много всего, что приводит к боли и дискомфорту. Нет такого взрослого человека, у которого хоть раз бы не болела спина. И если посмотреть глубже, это еще и с нашей эволюцией связано, с хождением на двух ногах. На втором месте общий классический массаж. Именно 60 минут, а не 90. Поэтому, когда будете составлять прайс, обратите внимание и сформулируйте правильно предложение. Общий массаж воздействует и на спину, и на конечности. И, на мой взгляд, он гораздо эффективнее, чем только массаж спины. Потому что проблема со спиной чаще всего связана с проблемой с нижними конечностями. И многие люди это понимают. И многие врачи назначают именно его при заболеваниях позвоночника. На третьем месте массаж шеи и воротниковой зоны. Этот массаж востребован у более взрослых и пожилых людей, но также пользуется спросом и у всех, кто много сидит за компьютером или в телефоне. Ну а таких сейчас большинство. Такой вид массажа довольно практичный и эффективный. Он не только при заболеваниях верхних отделов позвоночника назначается, но и при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы и так далее. Кроме того, его можно делать в положении сидя, дома или, например, на работе. На четвертом месте антицеллюлитный и лимфодренажный массаж. Тут можно вообще ничего не говорить. Мода на красивые, гладкие бедра с каждым годом все набирает обороты. Поэтому каждой весной или перед отпуском женщины идут и делают именно этот массаж. Я оставлю эту тему для отдельного видео и в нем подробно расскажу о спросе на антицеллюлитный массаж, о видах антицеллюлитного массажа и какой из них наиболее эффективный. Поэтому можете подписаться, если еще не подписаны, чтобы не пропустить. На пятом месте массаж лица. Мышцы лица схожи с мышцами тела, и им тоже нужен уход. Молодость всегда в моде и всегда востребована. Кроме того, на мышцы лица очень сильно воздействует стресс, которого с каждым годом также становится все больше. Мышцы слабеют, гравитация воздействует на жировые пакеты лица, вызывая гравитационный птоз. На кожу воздействует агрессивная среда в виде холода, например, зимой и летом, жары с ветром. И отсюда все вытекающие последствия. Поэтому этот вид массажа тоже хорошо пользуется спросом. На шестом месте аппаратный массаж. Он востребован у тех, кто любит что-то особенное. У тех, кто все перепробовал и ищет новых ощущений. И вечно задается вопросом, что эффективнее, ручной метод или аппаратный. Ну и, конечно, сам пытается проверить лично и убедиться, что же эффективнее. Вот такой вот список. Если у вас есть что добавить, пишите в комментариях. Ну а теперь переходим к информации для массажистов. У меня появился новый телеграм-канал. В нем я подробно разбираю тему поиска клиентов на массаж. И в ближайшее время мы стартуем курс по продажам массажных услуг. Целая команда маркетологов работает для того, чтобы мои ученики-массажисты могли правильно себя позиционировать, грамотно продвигать свои услуги, работать за хороший прайс и быть всегда при клиентах и деньгах.
Ссылка на бесплатный телеграм-канал, в котором вы сможете узнать всю информацию в описании к этому ролику. Присоединяйтесь, я буду всем очень-очень рад. Там, кстати, уже есть несколько видеоуроков, которые вы сможете посмотреть и применить. Увидимся в канале и в новых видео. Также можете присоединиться ко мне и в Инстаграм, чтобы не пропускать всю актуальную информацию. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.